специально друг другу говорили сосны, как полагается вам сосны, добро пожаловать, если вы хотите такое позитивное завершение дня, тогда или нет, то есть мы попадаем в этот комплекс вам. Девчонки, а это наш номер. Хочу показать вам, где мы с дочкой будем жить. Ну, в принципе, номер такой хорошенький, чистенький. Холодильничек, две кроватки, балкончик с видом на море. Бассейн внизу и аквапарк для детей. Супер! Мне все нравится. Чуть-чуть релакса. И лег.